Друзья, всем привет! Решил записать коротенький ролик, показать вам. Может быть, на фоне будете далеко слышать флекс. А, это приехали делать отопление. С котлом проблема. Но, к сожалению, проходит время, все не вечно. Прошло 8 лет. Котлу. Котел сам металл нормальный, но надо ремонтировать горелку. Ну что ж поделать. Ребят, о чем сегодня ролик хотел показать и рассказать. Этот аквариум, вы помните, месяц назад я растение положил сюда. Ну, может быть, 3 недели назад. Он, ну, нереально зарос. Стеночка, да. Ну, водоросли зелененький был. Растения обросли. И тут товарищ мне говорит: Андрюх, развел я чуть-чуть рыбок, дал мне, и подросли мои атоцинклусы и лисички. И за 3-4 дня просто вычистили, ну вычистили, вылезали атоцинклусы просто идеально. Вот, кстати, посмотрим. Я приближу. Вот, видите? Вот он, атоцинклус маленький, трудящийся, трудяга. Вот настоящий этих рыбок я очень уважаю в аквариуме, потому что что атоцинклусы, что лисички. Помпочка шумела. Что атоцинклусы, что лисички, или как называют, сиамский водорослиед, постоянно в работе, что-то ищут, объедают. Атоцинклусы очень нежненько, просто. Вон лисичка, вот атоцинклус поплыл, там лисичка, лисичка у меня стайка. Они в основном в одном углу забиваются, вот, ну, между камней там. Скалярочки уже подросли, гупи свои уже такие довольно нормальные. Дани плавают, ну, дани уже давно плавают. Вуалевые, очень красивые. И вот видим, что растения чистенькие. И вот стекла, кое-где, например, это надо, это... Я сегодня тут в аквариуме водичку подменивал. И поэтому стекло с наружной стороны чуть-чуть подтеки. А так идеально чисто. И вот наши отики. Вот видите? Вот они сидят. Даже фотография такая прикольная получится. Оп! На листе анубиуса. Еще ребята любят, когда я выключаю свет после 7 вечера, стекло все усеяно молоденькими отиками. Мне нравится название отик. Отик, так неже, атоцинклус. Так что, ребят, если кому-то надо атоцинклусы, кому-то нужны лисички, да вообще любые другие рыбки, как вы знаете, всегда все у меня есть. Я стараюсь. Да и растения вот эти, любые, кенодорусы, анубиусы, коряги. Сейчас еще и аквариумное оборудование. Полностью все готово для вас. Рыбку я подращиваю. Своя рыбка красивая, ухоженная, крепкая и здоровая. Потому что мне хочется, чтобы и вам было приятно, чтобы у вас было в аквариуме. А мне самое главное, чтобы, как говорится, осталось на корм для рыбок. И заплатить за электричество, потому что у нас электричество сейчас подорожало. Но если хватит заплатить за электричество, то это уже большой плюс. Благодаря рыбкам ты можешь оплатить содержание своих питомцев. То есть хобби хотя бы по нулям. Это уже огромный-огромный плюс. Все, ребят, большое спасибо, что смотрите. Подписывайтесь, поддерживайте маленький мой скромный канал. Я очень рад, что вы есть. Всем, друзья, пока-пока-пока-пока.